Каждый из нас уникален и имеет индивидуальные особенности. Специалисты выделяют несколько основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, понять его настроение и черты характера. Речь идет о размере букв, наклоне, форме, направлении, силе нажима на пишущий инструмент, характере написания слов. Например, крупный почерк свидетельствует о том, что человек открытый, эмоциональный и легко находит общий язык с людьми. Мелкий почерк, меньше 3 мм, говорит о том, что его обладатель сдержанный, расчетливый, скрытный и замкнутый. Иметь разборчивый почерк – первое правило вежливости. Учат детей в школе. Раньше на чистописание выделялось много времени и труда. Ежедневные тренировки, терпение и усидчивость способствовали вырабатыванию красивого почерка у ребенка. Графологи полагают, что человеческий мозг подсознательно водит рукой пишущего. Именно поэтому при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется. Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты, электронных блокнотов, СМС, наборов стикеров с напечатанными фразами, подсказками, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Возможно, в недалеком будущем письмо или открытка, написанные от руки, станут желанным приобретением. Ведь компьютерный набор обезличен, электронные буквы отражают только его механический навык. Стандартное текстовое сообщение в телефоне может просто забыться, потеряться. При этом бумажный документ, написанный уникальным, только вам характерным почерком, останется у близкого человека как добрая память. Новости телеканала «Луч».